Всем привет, с вами Вуден Экс, и сегодня я решил записать новый ролик по Shadow 5 2 Beta Test Online. Ну, Shadow 5 Trades, можно так сказать. Так, сейчас посмотрим, что на него я надел. Так, я надел на него восточные сабли. У меня ими больше получается драться. Так, нет, я надел на него вот это вот, доспехи Красного Спектра. И... куническая шляпа. Так, куна и ветра. И магию я выбрал у него вот это вот, токсичное облако. Так, здесь особо ничего не добавили. Вот только выживание, дуэли, восхождение. Ну, выживание, деньги зарабатывает там. Что такое? Вот. На картинке был показан только вулкан. И всем казалось, что, наверное, он будет самым сильным. Оказался он самый слабый. Так, у каждого героя, можно так сказать, есть определенный щит. У вулкана 1750, там у мегалита больше. Я забыл, как звали третьего. Так, собирается рейд, то есть команда из 4 игроков. И мы все будем бить вулкана. Особо долго так не загружается она. Загрузка это. Так, уже все. Сразу пойдем в бой. Извините за кашель. Только что мы купили сферу. Она действует как магия, только она там забирает побольше. Вот она. Ой, какой хороший удар. Мы его сразу начали наносить. Врач не успели вернуться. Меня бесит, когда он вот так вот телепортируется. Это особенность его. Вот, опять. Он почти нас убил. Используем сферу, успеем? Нет, не успеем. Ой, что-то я плохо сыграл. Очень плохо. Я, наверное, на самом последнем месте буду. Ух ты. Кто-то умудрился набрать меньше, чем я. Так. Нам дают 4 минуты, чтобы победить его. Так, посмотрим, на каком я там месте. Я на 15 месте, у меня 1999 кубков. На первом месте у нас наркоман. Я недавно был на 14-м, сейчас на 15-м стал. Так, ух ты, нифига себе. Был на первом, стал на третьем. Так. Осталось 16-15 секунд, чтобы можно было опять атаковать его. На картинке показано то, что у него руки в огне. Я сначала думал то, что он будет бить нас огнем. А на самом деле у него сабли. Так, у нас есть сфера. Сейчас мы попробуем продержаться с ним весь раунд. Надеюсь, у нас получится. Вот я вам показал магию. Сферу. Вот опять он телепортировался. Кто не знает, как скачать бета-тест, там я под роликом оставлю ссылку на свой контакт и на ролик, как я показываю, где и как ее скачать. Там все ясно рассказано. Там как раз недавно выходило обновление в этом файле. Так. На нем осталось 4 брони. Так, давай успеем. Нет, я не успел. Это плохо. Время у нас истекло. Ой, блин. В этом раунде я побил его получше. Но первое место я уже точно не займу. Кирит у нас на первом месте пока что. На втором Димас. На третьем я. На нем осталось 263 брони. И потом будет добивание. Так.
Ой, последний игрок у нас вышел вроде бы, если не ошибаюсь. Давайте напишем. Напишем им привет. Извините за вибрацию. Так. Кто же там где-то был? Как хорошо я могу использовать сферу. Все время путаю. Ух ты. Главное, чтобы меня сейчас не убило. А то это будет... Это будет плохо. Заплетается язык у меня. Обсох. Это что? Он хотел меня магию пульнуть, и его кто-то убил. С моих напарников. Мы на третьем месте. У нас добивание идет. Мало кубков я получу. Я думаю, я стану на 14 месте. Если я вообще его выиграю. А то я могу и проиграть. Ага, ну все так. Да, я лучше к своему поближе подойду. И все, я его убил. Добивать его легко. Очень. 835 кубков я получил. И ключ к следующему боссу. Так, выходим. Ой, я даже на 9 месте. Нифига себе. Если мне сейчас получится выиграть мегалита, то я думаю, что она на... Ух ты, так быстро. Я не ожидал. Купим две магии, я думаю. В бета-тесте донатить нельзя. Вот. Взломать я тоже пробовал, у меня не получилось. Так, мегалит. У него какие-то странные оружия, такие даже не видел. Или видел, но забыл. Здоровяк он у нас. Ух ты. Как я проигрываю. Ух ты, я даже ему нормальных ударов не сделал. Улетел плохо. 24, о боже. Я на самом последнем месте буду сейчас. 100%. Да, видите. Пока что у нас next. 300, нет. Скорпион на первом месте. Блин, как я лоханулся. Ну, мы его, кажется, мы его не победим. Мандарин у нас еще в бою. Ой. Нужно ждать там 50 секунд, чтобы надо было на него опять напасть. Можно было. Долго. А тем временем ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какую игру мне поиграть. А то сейчас... Нифига себе! Обалдеть! 4000 он снес у него. Я первый раз такое вижу. Обалдеть. Я в шоке. Так, я остановился. Что я вам там говорил? Пишите в комментарии, какую игру мне поиграть. А то я не могу найти нормальные игры. Я просто в шоке, как он мог 4000 снести. Наверное, просто магия атаковала его. Накупился. Наверное, все в шоке сейчас. Я должен с ним простоять этот раунд. Мне кажется, мне не получится. Ну, как его закрутил это? Есть.
Ну, первое место я точно не получу. Теперь уж точно. 4 секунды осталось. Давай, я смогу. Есть, его кто-то убил. Его кто-то убил. Ой. 4000. Это просто. 5000. Так. Добивание у нас идет. Ой. Фух. Я думаю, он сейчас увернется от этой магии. Если я его сейчас добью, мне дадут ключ к последнему боссу на данный момент. Так что мне его в любом случае надо победить. А то я лоханусь еще. Извините за задний шум. 1070 кубков и ключ к следующему боссу. Уф. На 4-м месте я. Ну это ладно. Так. А, хорошо. Ух ты, я уже на пятом месте. Офигеть. Так, у меня есть ключ к фунгусу. У него 8000 та. И кто хочет посмотреть мой бой с ним, точнее наш бой, там 5 человек будет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какую игру мне поиграть. Всем удачи и пока.